Когда у нас не было, к примеру, ранее проблемы с привлечением инвестиций, когда даже был Вадим Чебан первым заместителем, другие нам звонили просто, звонили примарам, придите сюда, наш проект уходит, то есть сгорает. Мы не успеваем по срокам, что делаем? Сейчас мы 5-10 раз были в исполнительном комитете по тем проектам, которые должны сегодня появиться в Гагаузии, и как, такое ощущение, как будто это нужно примару, муниципальному совету, но властям автономии данные проекты, они не очень интересны. Проект мы не хотели терять, этот Покровочный двор, я уже обратился к совету, давайте мы кредит возьмем, но мы не потеряем данный проект, потому что потом региональное развитие нас лишит участия в этих проектах на 2-3 года. То есть мы не сможем дальше участвовать в этих проектах. Без нас вы никуда не должны ехать. То есть мы вам ничего не дадим, но и вы не должны никуда ехать. Это что за подход такой? Мы являемся примарами, мы подотчетны жителям у нас. У нас есть муниципальный совет и жители муниципия Камбарча, друга, вот куда мы подотчетны. Поэтому подход такой, он вообще неуместный.